Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. С вами Геймери и очередной мукбанг. Сегодня у нас поляна, все самое интересное. Это китайская кухня, заказала из Hotpot. Я однажды уже там была, снимала даже для вас влог, показывала, как что там устроено. Но это достаточно давно было, где-то, наверное, год назад, летом еще было. И тогда еще я осталась очень довольна, мне настолько все понравилось, что теперь я решила снять аж мукбанг в домашних условиях и показать вам. Все-таки во влоге не то. Прикольнее, когда дома все вот слышно, вот эти... АСМР еще плюс добавила камин. Итак, давайте немного ознакомимся. Первое, что здесь, это креветочки. Выглядят очень красиво и пахнут. Еще не пробовала, буду пробовать впервые, кстати, с вами. Также здесь у нас грибочки, которые называются уши. Они так называются, потому что они в виде ушной раковины. Классно хрустят. И, если честно, нигде, кроме Hotpot, я их не видела. Выглядят очень зрелищно и необычно. Они растут на дереве и даже немножко напоминают уши дерева. В прошлый раз, кстати, я тоже пробовала, мне эти грибочки очень понравились, и достаточно большая порция. Это сингапурская лапша, выглядит очень красиво и очень аппетитно. Давайте начнем, я прям не могу. Начнем потихоньку, будем рассматривать, попытаюсь палочками все это кушать. Супер! Очень вкусно. Небольшая порция, у них всего 8 манат стоит. Супер. Очень вкусно. Ссылочку на ресторан Hotpot я обязательно оставлю в описании под видео. Вы можете перейти, попробовать. Иногда бывает, гуляешь-гуляешь, думаешь, куда бы сходить, вот что-то эксклюзивное покушать, что-то необычное. И даже не знаю, что попробовать. Вроде вот этот фастфуд, вот эти пиццы настолько приелось, что хочется чего-то необычного. А там очень много всего. Кто помнит этот влог мой, там прям в столы встроены кастрюли. И прям там готовится еда. Сам выбираешь соусы. Здесь, значит, осьминожки маленькие. Но, насколько я знаю, это все острое. И сделать не острым, по-моему, невозможно. Так что пробуем, посмотрим. Мне нравится. Осьминожки прям с головкой. Кто любит острое, прям самое то. Чтобы снять это видео и все разместить, я пошла к брату, притащила этот стол. Вот когда корейские АСМР-блогеры сидят там, вздыхают, когда кушают, теперь я понимаю, почему. Осьминожки маленькие, нежные. Такая сингапурская лапша, она с курицей. Кстати, каждого блюда я заказывала по одной порции. То есть порции тоже не маленькие. Пишите также в комментариях, мешает ли вам камин на заднем фоне. Один из самых популярных китайских блюд – кисло-сладкая курица.
Ну, курицу кисло-сладкую я в других местах тоже пробовала. Здесь тоже попробуем. Вкусно. Заедать вот этим еще вкуснее. Острота на уровне. Я бы даже сделала вот так. Я сначала хотела снять видео в том же месте, в котором я снимаю. Но потом я подумала, я просто не умещу. Либо мне надо было по чуть-чуть ставить. А так, мне кажется, было бы неинтересно. Зачем заказывать целую порцию? Я, кстати, в последнее время начала кушать лук. Мы когда в деревне были, я прям сырой лук кушала. С таким удовольствием, с таким аппетитом. А все, почему к нам пришла соседка, и она с таким аппетитом просто кушала этот лук. Мы пожарили картошку с курицей. А салатика никакого не было, ничего не было рядом. И она такая говорит, так нарежьте лук. Взяла лук. И с таким этим, знаете, АСМРом она просто это ела. У меня так разыгрался аппетит, что я поняла, что нет, я тоже хочу. Хотя я с детства лук не люблю. Но тут мне настолько понравилось. Грибы, знаете, что напоминают? Я не знаю, как вам описать. Это просто надо пробовать. Такой вкус необычный. Ни на что не похожий. Вот осьминог мне всегда напоминает гуся. А что мне напоминают эти грибы, я вам сказать не могу. А вот это, кстати, я никогда не пробовала. Это тофу. Очень популярный соевый продукт, который не популярен не только в Китае, но и в Японии. Вкусно. Я поставила опросник в Инстаграме и решила немножко поотвечать сегодня на вопросы. И вот здесь очень частый вопрос, как на личном? На личном все глухо, как в танке. Абсолютно одна. Но мне пока что нравится это состояние. Не знаю, как будет дальше, но сейчас мне это очень нравится. Я прям, знаете, какая-то наполненная. Мне хочется снимать контент, мне хочется куда-то ходить. То есть я не в депрессии, я не грущу. Особенно, когда видишь вот эти разводы, измены. Особенно, когда изменяют с лучшей подругой. Ну, вы поняли про ситуацию этих бывших Дом-2. Когда такие ситуации видишь, все, знаете, не хочется никаких отношений. Хочется быть одной, кушать вкусную еду, гулять. Радоваться жизни.
о чем вообще не запариваться. Вот что мне хочется в последнее время. Надоело. Я не спорю, есть люди, которые счастливы в отношениях очень долго. Всю жизнь. Но вообще, я раньше, когда видела, там, не знаю, красивые картинки пар, там, Инстаграма, муж жене там дарит какую-то тачку и так далее, я думала, блин, какая классная семья. Как показывает практика, в большинстве даже случаев, мы видим картинку, как у них все хорошо, а на самом деле какие-то проблемы, они просто замалчиваются. Просто не обсуждают. Потом бац. Мы удивлены, что у людей развод. Хотя предпосылок было очень много. Просто нам об этом никто не говорит. И с одной стороны, правильно делают. Возможно. Но чем больше этих всех разводов, тем больше я понимаю, что вообще мне не нужны отношения. Как рассказывает, точнее рассказывала моя бабушка, в их времена какая-то другая любовь была. Возможно, это связано с тем, что тогда не было такого обильного выбора. Выбора людей. Ты расстался сегодня, например, со своей женой. Завтра легко можешь где-то в интернете познакомиться с другой. Бабушка рассказывала, что раньше такого не было. И с одной стороны, это было очень хорошо. Браки сохранялись, люди ценили друг друга. А сейчас чуть что, кому-то что-то не нравится, до свидания. Вот поэтому... Я как-то сейчас вообще не стремлюсь к этому. Конечно, были периоды депрессника, но я никогда не плакала на камеру, не ныла. Мне кажется, это проявление какой-то слабости. Хотя, когда Твиксу было плохо, я ныла на камеру. Но это немножко другое, это не касается отношений. Я как-то в большинстве случаев стараюсь все держать в себе, но как бы я ни старалась, все равно по большей части вы это, ну, как-то чувствуете, я не знаю почему. То ли по моим глазам, то ли актриса из меня плохая. Все равно, вот я сяду, например, снимать видео в плохом настроении, и вот в комментариях люди это заметят. Я не знаю, может, люди обладают какими-то экстрасенсорными способностями. Я даже порой читаю комменты, где прям охарактеризована моя проблема в жизни, какие-то моменты. Вообще, по большому счету, наши проблемы, они никому не нужны. Но ошибки, которые допускают, например, какие-то блогеры, люди, у которых есть какая-то аудитория, другие люди могут как бы сделать какой-то вывод и не допускать тех ошибок, которые делали они, ну, возможно, в какой-то степени. Я вот для себя сделала вывод из вот отношений этой пары, что по большей части не нужно прям подстраиваться под человека. Ты стараешься, а потом он находит вообще другого человека. А ты продолжаешь стараться, ты пока же не знаешь про это. Поэтому мне так комфортно, мне так нравится. Что будет дальше, я не знаю, но я пока что даже не загадываю. Честно, я наелась. Было нереально вкусно, действительно. И необычный вкус. Самое главное, что необычный вкус, то, что вы до этого не пробовали. Поэтому, если вы обошли уже все рестораны и уже ищете что-то классное, интересное, необычное,
это маленькая часть того, что есть в хот-пот. Там просто огромное меню с разными блюдами. Каждый раз можно пробовать что-то разное. Осьминоги просто нечто. Вот эти грибы, они максимально необычные. Очень вкусные. Ссылочку я обязательно вам оставлю. Пробуйте, заказывайте. С вами была Айка. Огромное спасибо за просмотр.